Назлы, ставшая посмешищем перед всей деревней, отправляется в Стамбул, чтобы отомстить за разбитое сердце. Она находит Азана, наставляет на него пистолет, однако не сможет убить любимого. Друзья подбегают к Азану, считая, что он ранен, а Назлы упала прямо на дороге, где полицейские обнаруживают ее с пистолетом в руках. Задание спасти горе-мстительницу передают ей сестре Арзу, которая даже и не знала о существовании Назлы. Арзу открывает перед Назлы новые горизонты, есть и другие способы, чтобы отомстить Азану.